Добрый день. Вопрос, конечно, очень интересный. Ну, что тут делать? Не могу не рассказать то, что видел сам своими глазами. Значит, оплачиваю землю на садовом участке, ну, как положено. Значит, говорят, что должен принести такую-то сумму за то-то, за то-то. Приехал, плачу. Значит, начинают, бог знает что говорить. Говорят, что вот в прошлом, вы там, я говорю, посмотрите, я-то вижу, вот вам пример ваших предыдущих записей, в которых видно, как проходит оплата, и где вы ставите при тех же деньгах, а где не ставите, что все оплачено. Молчит. Значит, дальше, значит, идет оформление, значит, и под нажимом она пишет все, не записывает на этот раз суммы, которые получила. Там суммы достаточно большие. И дальше печати. Но мороз, это было в понедельник на этой неделе, значит, и печати, естественно, оказались заморожены, и видимость их, конечно, после установки, нужно, чтобы увидеть, нужно напрягаться, эту печать. Вот так. Прошу всех очень внимательно смотреть, чтобы документы заполнялись правильно, так как это иначе, 100% воровство. Тут ничего не поделаешь. Вот. Во всей стране резко улучшается чиновничество. Наводится порядок с государством. Вот и в наших теперь земля будет оплачиваться не выбранному якобы человеку, который уже это стало системой. Не воровавший ничего не сделает. Понимаете? Поэтому вопрос очень серьезный, но, к счастью, уже подходит к концу. Государство правильно среагировало, что вынести оплату эту в государственную систему. Значит, но одновременно все равно нужно смотреть, что происходит, как высчитывают, все ли учтены то, что теперь должно учитываться. Непросто, но будьте внимательны. Очень вам советую, здоровья вам и удачи.